Туркменистан планирует увеличить поставки природного газа в третьи страны по своповой схеме. В настоящее время Туркменистан имеет большой опыт экспорта газа в Иран. И данный опыт будет использован для дальнейшего сотрудничества в газовой сфере. На днях на межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Туркменистан и Иран подтвердили готовность развивать партнерство в отрасли. Ашхабад заинтересован в увеличении экспорта газа в соседнюю страну. Это станет возможным за счет полного использования мощности газопровода Кёрпетче-Курткуи протяженностью 197 километров. Также Туркменистан готов нарастить поставки газа по иранскому маршруту через станцию Чалюк. В перспективе Туркменистан намерен обеспечить своповые поставки природного газа через Иран в Ирак. Несмотря на богатые ресурсы углеводородов, возрастающие потребности экономики и населения Ирака в газе и электроэнергии обуславливает необходимость увеличения объемов импортных поставок газа в страну. Иракская сторона будет готова ежегодно принимать туркменский природный газ в объеме около 10 миллиардов кубометров. У них план был два раза увеличен до 20 миллиардов кубометров. То есть дальше с Ирана, как я понимаю, у них план поставить газ до Ирака. Но надо еще понимать, что еще есть другой еще план, который с Туркмении идет через территорию Афганистана до Пакистана, потом до Индии, да? Получается, Туркменистан добавляет еще одну страну в альтернативные маршруты. Это через Иран поставить газ в Ирак.